Приветики, 18 января. Как поживает киска Лиска? Киска Лиска потихоньку. Еще не скажу, что ей намного лучше. Она ничего не ест. Вот пытаюсь уже еду оттуда достала, чтобы на полу стояла. Ходит, ее шатает, пытается вылизывает и свою одежку эту, потому что, ну, по инерции, по привычке. Спала всю ночь со мной рядышком в ногах. Утро мне немножко мурлыкнуло, но такая поживее стала, но все равно как-то, гляньте, качает, шатает. Скажи, я еще никак не отойду, еще даже сутки не прошли. А ну сколько время? 11:10, через 5 минут будет ровно сутки, как ей начали делать операцию. А мы знаете чего? Мы кушаем. Походила, побродила, такая пришла и давай хомячить. Много не буду давать первый раз, потому что уже сутки не ела, больше суток. Вот, а чуть-чуть поест, вечером еще. Врач сказал утром и вечером кормить первые 3 дня. Так что это ничего страшного, если поголодает. Потому что, чтобы не ходила в туалет, чтобы не напрягалась. Я так понимаю, из-за этого. Ну, если уж будет ходить совсем искать кушать и с жалобным видом, немножко буду все равно давать промежутках между утром и вечером. Да, Лишунька? Короче, ужас какой-то. Оля мне сейчас написала сообщение. Ее дочка Танюшка вышла сегодня на работу и смотрит, что-то летит с окна. Подошла эта женщина, вылетела с окна, с 5-го этажа. То есть, как она вылетела, скорее всего, выпрыгнула, потому что, ну, окна никто не моет в такое время года. Как она могла вылететь с окна? Вот. Танюшка вызвала скорую и полицию. Ну, мне кажется, скорую там делать нечего. Со 2-го этажа куда ни шло, все равно высоко, я на 2-м этаже. А с 5-го это... Нет, там, наверное, вряд ли, там уже труп. Ольга тоже юморит. Теперь, прежде чем выходить из подъезда, надо наверх смотреть, никто не летит. Ой, вот а что люди выбрасываются? Или в жизни какие-то ситуации, или что-то происходит? Это ж не единичный случай, очень часто выбрасываются с окна. Вчера у меня в гостях была Лорик. У меня Лорик вчера была блогером. Ехала домой, ехала в такси. И, короче, завела небольшой разговор с таксистом и все записала на видео. Приехала домой, мне прислала. Сейчас вам покажу. Под музычку такая едет. Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Вон он, водитель. А вы давно в Мурманске у нас? Да. Да? А так-то по навигатору, да, ездите? А все равно ошибается любой человек. Ну да, не спорю. 15 лет я уже. Ну, как бы там, если только по Бандарной развернуться. Видишь, здесь разница. Ясно. Мурманский местный? Местный? А так откуда? Из Краснодара. Краснодар. Семью перевезли, да? Не, я здесь женился на русской. На русской? Оксана, мы 2 года назад семья развелся. Женился на русской и развелся. Просто там поворот налево запрещен? Вот так развелся. Разойдетесь? Я просто сам водитель. А ты чем занимаешься? В магазине работаешь? Я в магазине, да, работаю. Он что, Ванка, угадал, где Лариса работает, как в магазине? А вы такси только занимаетесь? Нет, ремонт. Квартирный ремонт. Как вам Мурманск? Холодно. Как обычно все говорят, холодно. Мурманский мой город. Я люблю Мурманск. Немножко сероват. Короче, поговорила. Все расспросила. Молодец. Так, я уже собралась, сейчас заеду в Озон, получу маме, заказывали для нее корсет, тот, что я приносила Колин, ей не подошел, заказали по ее размеру. Потом мы с папой поедем на улицу Зеленую в церковь за крещенской водичкой, потом поедем к родителям на кофеек. Хотели с Колей сегодня ехать купить обои, он идет, но ему надо сына Илюку везти в 4 часа куда-то там в поликлинику, его выписали, поэтому посмотрим, как получится. Походу. Я уже уезжаю.
телефон забыл. Короче, за обоями посмотрим. Или до того, как ты Илью повезешь, или после, уже вечером, да? Ну, посмотрим. Я не знаю, во сколько я освобожусь просто. Я-то свободен. Ну, ты свободен, как птица в полете. Ну, здрасте. Похоже, наготовился. Мама, выходи. А? Выходи, подлый трус. Выходи, Леопольд. Выходи, подлый трус. Заехала, сейчас получила эту штуку. Ну, рассчитаемся потом. Когда потом? Ну, приедем когда. Нет, не пойдет. Будем рассчитывать за сейчас. Ну, как вот, хотите. Я даже не знаю, не сколько. Сколько? Ну, как раз на маму. На дюймовочку, на дюймовочку. Давай, примеряй. Мерей. Как на картинке нарисовано. А, там подтягивать надо. Ладно, ты одевай, я сейчас посмотрю, сколько стоит, чтобы с тобой рассчитаться. Так, смотри, 1357. Не давит тут под мышками? Нет. Нормально? А спиной повернись, спиной повернись. Тебе еще рюкзак повесить, и можно куда-то сзади. Да. Повесите, когда надо. А ну, повернись спиной, как сзади. Ну, ну отлично. Спасибо, пампуля линуля. Пампуля линуля, всем спасибо. Ой, шея отдыхает. Ты прям вот реально так работает, да? Да у меня первый перелом был. Ну да, от этой штуки легче. Да? Это как? Я говорю, от этой штуки легче шея сразу, да? Я чувствую. Ну, не зря, значит. Совет. Голова держится, а то голова не держалась. Ну, правильно, осанка. Ты перекособоченная на бок как-то. Налево, да, сюда. Да, тебе надо выравниваться. Чтобы... Все, приехали с папой в храм. Он уже пошел. Я пока машину закрывала. Это вот такой большой храм. Это где я хожу, он маленький. Это на зеленый, он большой. Так, где папа? Где папа? Потерялся. Вот здесь воду наливают. Вот так вот, да? Ага, понятно. Спасибо. Елочки украсили красиво. Я тебя потеряла. Ты крышки-то открой. Сейчас. Крышу сразу. Да, сейчас. Последний. Я выпила целую кружку. Не заболеешь? Написано, не заболеешь. Не бойтесь, пейте. Не заболеешь. Давай я поделюсь с кем-нибудь немножко. Давайте со мной поделитесь. Вам и поделитесь. Там вот лед в этой. Вот он сейчас, да. Ага. Ага, спасибо. Со льдом, да. Написано, что не заболеешь. Читала я в храме, вот люди боятся, что целовать иконы написано в храме, никогда не заболеешь. Ага. Господь Бог не допустит, а он уже в другом месте. Знаешь, она совсем не холодная, даже вот. Со льдом и не холодная. Я выпила целую кружку. Так, а тут не воду, да? Скажи, как свежайшая стоит целый год, да? У меня 4 или 5 лет бутылка стояла и дошла, я за нее забыла, и вода как свежая. 4 или 5 лет? Была... Нет, 10 лет стояла и но... это. И ничего я не сделалась. Церковная лавка Свято-Николаевского кафедрального собора. Двадцать по 10 свечей. 1340. Так, 1340. Кадильные свечи. Так, еще 1560. Да, еще одни кадильные свечи. Тоже 220. Они просто с разными ароматами. Так, плюс. 1780. Еще предельная свеча. 2000 ровно. Вот, вот. Так, наверное, ну, рассчитывал, да? В лимит вложился. Спасибо.
Вот мне вот это, пожалуйста. Это. Двадцать. 90 и 120. 210. Ага, спасибо. На, еще тебе кандильные свечи. Это подарок. Святую воду вы можете взять 18 и 19 января после Великого Освящения до 21. Пахнет вкусно так. Ладно, на. Ладно, сейчас покажу, свечки поставлю. Светит Пантелеймон. Николай что-то творит. Ты зачем загибаешь коврик? Чтобы упасть? Нет, я наоборот. А ну, аккуратно, ма. А то сейчас это, сиганешь. Сейчас кошку покажу в одежке. Вчера ходила-ходила, ну, не могла себе места найти. Я ей коробку принесла, вот она в коробке лежит. Тряпка. Ну, это замотанная специально, как фартук. Морда страдающая. Вот она, и так ляжет. Она как только не ложилась, она же, видно, ну, болит. Да, кто мешает и болит. И так он, видишь, по-всякому. Ага, страдальческая мордочка. Бедный ребенок, так жалко ее. Жалко ее. А тут сумку вашу упала, вот в эту сумку со стула, и прям в сумке заснула. Слабость, да. А сначала приехала, не... он, видишь, в одежде сидит. Ой, еще. Ей вообще, ну, ей же, во-первых, плохо после наркоза, а во-вторых, она не поймет, что она не одета. И вот она к шарику подошла играть, а играть-то не хочется. Вот она села там, посидела, вот так вот и задом ходила, как она только не ходила. Ну, еще заторможенная. Ну, естественно. Ну, дня три, говорят, чтобы она пришла. После наркоза. В себя, чтобы пришла, дня три надо. Надо попить водички первым делом. Сейчас я тебе налью. Куда тебе налить? Сюда? Она чистая. 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 Свежайся. Да. Она еще как-то говорила, когда брали воду, она уже была меньше половины бака. А там что, крест в воде, да? Как она сказала? Вода из-под креста. То есть... Значит, вот когда этот бак стоит, да? Но. Здесь идет служба. Но. А те баки там. И вот когда это он освещает воду, он крестом там, это вот это, в баке в этом. А потом стоит там помощник чаши, он воду сливает туда и идет уже освещает другие баки. Ну, это вот самый главный бак. А, вот так вот. Ну что, в том году мы набирали внизу там, а в этом году нам повезло. Получить. Это вот здесь служба идет, это вот, все это вот. Да, это... самого вот этого закутка. Моя маме... Она встает, подобрать дает. Значит, говорят, сутки течет святая вода из-под креста. Ну, пост сегодня, так уже можно вот съесть? Сегодня она не течет. А когда? Вот завтра. Завтра. Значит, после... сегодня освещается. Все воды, да? Сегодня освещается только в храмах. А купаются когда? Завтра купаются? День крещения освещает реки. И моря, и все. И есть, завтра купаться буду, да? То есть завтра? Ну, или когда? Ну да. Вари на этой воде. В том году видео по всему интернету разошлось. Пьяные тоже. Типа, снимайте меня, я сейчас в прорубь окунусь.
и на глазах детей в прорубь, а ее течением и под лед, и унесло. Ну кто пьяный ныряет-то? Ну, решила повыделываться. Ты сразу наказала ее. Да. Это редко бывает. И прям дети сразу закричали, мужики нырнули. А куда ее течение прям унесло? И все. Все, насмерть. Все, нет, не нашли. Я не знаю, в каком городе это было, но кто-то снимал просто на телефон ради интереса. И вот эту всю страшную картину сняли и выложили. Сегодня мне Наташа присылает сообщение. Присылает сообщение и вот этот вот билет. Билет в Мурманский областной драматический театр. Спектакль называется «По Волге до Херсона». И пишет: «Привет, Леночка, еще один подарок появился». Последний, тебе телефон. Короче, она мне отдает еще один свой билет. Ну, не пойдет. Они дорогие, 800 рублей. Этот вон 1000 написано, тут есть даже стоимость. Спектакль получил первую премию на арктическом фестивале. Ну, Наташа как раз. Рома. Наташа, да? О, Наташ, долго жить будешь? Долго жить будешь. Тут про билет рассказывала только. Про билет рассказывает. Как у меня рука болит. Сейчас. Ну давай. Ага. Чего? Ну, перезвонит. Она поговорить просто хотела, да? Ну, наверное, не знаю. Разберемся. Я, наверное, заморожу, а потом сложу так, чтобы можно было. А, я поняла, чтобы можно было брать по кусочку. Но она малосольная. Ну, какая разница. Не, к тому, что это соленая не очень, а ну, она такая хорошая. Короче, этот театр, он после ремонта, Наташа сказала. Драмтеатр? Мурманский областной драматический театр. Я там. Исторический анекдот. Нина Прибудковская. По Волге до Херсона. Так что Лена по театрам зачастила. Да, театрал. Но мне понравилось. Одежда театральная есть? Да ничего, я обычно оделась. Я даже некоторые туфли, смотрю, переобували. Я как что-то пришла. А я в валенках. Я в валенках. Не, кто-то там прям нарядно так, а кто-то повседневно пришел. Ну, проходим. А что это? Мама решила яблоки. Я говорю, мне сейчас некогда, пусть сложит там, что и не надо. А я потом заберу. Тык, приехали в магазин. Кольский 51, да, тут? Да. На втором этаже, Коля, это рекламу давали по телевизору. Выбор. Вот здесь ставь. Ну, вставай сбоку. За обоями. Мы приехали за обоями, вот. Слушай, ну, вот это вот такие вот совсем широкие. Мы... Какие будем? Широкие или, не знаю, или поуже? Мне кажется, вот эти широкие клеить неудобно. Садись. Я не знаю, Коль, надо, чтобы глаз упал куда-нибудь. Подожди, давай пройдемся просто вот пока. Ну, пройдем. Просто пройдемся, чтобы глаз на что-нибудь шлепнулся. Так-то, если приглядеться, они практически все идентичные. Да. Ну, Лена, мне вот такие вот, допустим, нравятся, с блестящим. Вот эти нечестные. Тебе 300. А те 300. Вот такие под мрамор тоже. Да нет, тут все одинаковые, только разный рисунок. А, вот тут даже есть образцы, как она будет на стене смотреться. Это детские, это цветные. А там еще он дальше. Это разные фирмы просто. Ну, ценник практически у всех одинаковый, 2300 примерно. Эти за 2700. 2300 там будет. Это тяжелый случай, конечно. Тяжелый случай. Вот эти тоже нечестные такие. Вроде и не с рисунком, и какие, и не, ну, как, не однотонные, да? Ну что, Коль? Иначе сейчас глаза разбегутся и назад не соберутся. А. Вот такие вот, на 15 квадратов на комнату. Барвона, наверное, только... надо. На 15 квадратов? Да, 5 на 3, надо? Да. Не, на всю комнату. На комнату, ну 5 на 3. 5 на 3 два рулона вам не хватит? Не хватит? Нет, конечно. Это надо другие выбирать, да? Это, а что другие? 5 рулонов будет.
А это всего один рулон витрины и один там. Короче, все. Смотри, где много рулонов лежит, да? Угу. Вот жарко. Вот эти, кажется. Либо эти, либо вот эти я хотела. Но эти с подгонкой. Эти с подгонкой. Ну, красивые они. Кажется, с подгонкой же, да? Ну, сейчас узнаем, или эти, или эти. Либо... Не знаю, в комнате эти будут... А вот эти тоже ничего. Тут, ну, не... А вот эти с подгонкой или без подгонки? Нет, с подгонкой. С подгонкой. Не, а вот эти тоже с подгонкой? Или будем подгонять, Коль? Подгонять под что? Рисунок. Под рисунок. Туда, вот квадратики. Вижу. И тут тоже. Значит, вот эти вот. Будет их столько? Нет, так, вот тогда вот эти вот давайте посмотрим. Вот эти, они есть. Будет столько, да? А вот эти вот? Вот эти тоже будет столько, да. Поэтому что эти поспокойнее какие-то. Ну смотри. Давайте стеночки вот подготовлены? Да, да, подготовлены. Тогда давайте вот эти вот и клейкнем. Слушайте, прихожу домой, думаю, как Лиске, наверное, плохо. Даже меня не встретила. Вот, думаю, пойду-ка посмотрю, где она находится. И что-то у меня глаза раз кверху. И поглядите на нее. Это та, которой плохо. Каким образом она со своими вот этими швами туда забралась? На самую верхотуру. Лиса, а слазить как будешь? Еще такая хулиганистая немножко мордочка у тебя стала, да? Только хулиганишь, там ворточка стала немножко. Обычно, когда она не хочет, чтобы я ее вытаскивала, она меня покусывает, лапкой бьет. Вот, вот, видите как? Все, мы оживаем. Мы оживаем и с Ленкой ссоримся, чтобы Ленка не трогала, потому что там ей нравится. Да, ты моя холёсия, ты моя противнучка такая любимая. А, лизы, не буду я тебя оттуда вытаскивать, раз уже... Залезла, потихоньку слезешь. Ой, ты мордаха вот какая. Вот такая мордаха оживает. Оживает девочка. Слушай, ты не ужинала еще? Приходи покушать. Приходи покушать, сейчас еды дам. Приходи. Уже вечер, я забыла достать гостинчики от папульки. Сейчас достала. Здесь целый мешок фруктов, гранаты, яблоки. Короче, все-все вкусное и полезное. Вот такая вот шоколадка, кокос вафля и китайская капуста. Гляньте, такая малюсенькая. Вот удобно бы такие бы покупать. Я не люблю огромные капусты, они занимают пол холодильника. Постоянно продают таких слонов. Вот, так что у нас есть компактная, хорошенькая китайская капуста. Лиска залезла в коробку. Вчера мы с Лориком сидели. И Лори говорит, поставь ей коробку. Она мучилась, ну, маялась, искала себе место. Поставила ей коробку, застелила. И она вчера очень долго в этой коробке просидела. Сейчас она сидела в шкафу долгое время. Раньше она там не сидела. Потом пришла, немножко еще перекусила. Сама забралась в коробку и пытается вылезать те места, где нету фартучка. Ну, а я на сегодня видео уже буду заканчивать. Всем пока, всех люблю. И, конечно же, до новых видео.